В общем, зашла опять в магазин и набрала Наде. Вернее, не набрала, взяла там ей маечку с шортиками. Маечка такая розовая, у меня есть тоже такая, будет у нас Family Look. И зашла обувь и купила такие, знаете, типа кед, наверное, да. И знаете, захожу в магазин и там... А для меня иногда я даже путаю, что русский или испанский, там, знаете, когда вот думаешь о чем-то. И думаю, что-то как-то прям, знаете, мелодия, все такое, какое-то не испанское. Испанские песни все-таки отличаются от русских. И звучит русская песня. Вот. Кстати, я часто слышу русские песни. Русские. Особенно сейчас их везде включают эти русские эти. Как фильмы по каналу. Что это такое? В общем, купила, потом зайду вам, покажу. Вот тут тоже обувь детская, но она супер дорогая, потому что там вот эти всякие марки Павловские. С этими размерами я вся запуталась. Ой, она такая, ну как тебе этот? Я говорю, да хрен его знает. Она будто скрючит все. Видите, вот какие, ой, какие вот такие босоножечки красивые. Педиатрик, биометрик. Вот этот биометрик. Я вот купила что-то типа вот таких вот. Видите, только кедами. Такие тоже они все это. Гнутся во все стороны. На горке ей лазить. Вот сейчас именно. Что говорила-то? Не помню же, что говорила. Пойду в Меркадон. Кстати, я сейчас по... около рынка прохожу. И здесь у нас по пятницам делают дискотеку для людей. Как это сказать-то? Ну, для пожилых, для взрослых, скажем так, людей. Для пенсионеров. Дискотека у них там. Представляете, по пятницам? Вот так вот. Они там тусуются. Цветомузыка. Не знаю, со скольки, но я вот сейчас гляжу, там уже цветомузыка вовсю играет. Они там время проводят. Я все никак не могу свою реформу вам заснять, потому что то одно, то другое. В общем, сейчас покупки покажу. Чарли, подожди. Вот такую маечку купила. У меня есть такая же, если вы помните. Ну, правда, рукава немного другие. Вот. Да, ну, такого же цвета. Что-то, мне кажется, она огромная. 18-24. Но она прям какая-то... Вот, оверсайз. И под ней она, ну, может, и правда оверсайз, потому что сзади вот подлиннее. И вот такие шортики купила Наде. Эти уже 12-18 купила, потому что они тоже какие-то огромные. У Нади такой попы нету. Вот, мне кажется, комплект. И вот такие топотушки я взяла. С топотушками, конечно, мы намучились. Вот такие классные. Они такие тряпочные. Вот. В принципе, прикольные. Вот так все сгибаются, сгинаются. Видите? Вот так. Ой. Так что надо их уже опробовать. Классный. Такой вот образ у нее получился. Но это, наверное, маечку мы с леггинсами каким-нибудь будем одевать. А шортики, не знаю. В общем, вот так. Цены. Шортики 10 евро, маечка 6 евро, чеботы 11. Вот. Вот так вот. А вот сапожки. Надо их помыть. И можно опять продавать. Смотрите, я их купила на Винтед. Надя в них ходила. Но они прям в хорошем состоянии. Я думаю, что в следующем году я их продам за ту же цену, за какую купила. Помою. Они хорошо отмываются. Поэтому и мы в них, прям Надя в них ходила нормально. Но я думаю, что они 21 размер. Я думаю, что на следующий год они уже точно не годятся. У Нади сейчас размер 20-21. Вот. Ну, сапожки классные. Вообще. Договорились с подружкой встретиться, кофе попить. Она такая говорит, она живет в пригороде. Ой, говорит, у нас такой ветер, погода плохая. А я с балкона гляжу, что-то не, да нет. Я говорю, не знаю, нормально. Ну, я подумала, что действительно ветер. А тут такая жарища на улице. И нет никакого ветра.
Вот. И, в принципе, я не укулючена, но и можно было бы даже в майке пойти. В общем, сейчас пока мы тут потусуемся. Товарищ с собой взяла, который уже вот всего боится, даже, наверное, лягушачьего кряка. И вот там вот в кафешке сейчас пойдем. Надя там поиграется, в кафешке попьем кофейку. Такие вот у нас планы на сегодня. Весна в полном разгаре. Правда, на 21-м, а что уже через 2 дня начнется. Чарли там с каким-то гигантическим псом дружится. Но мне кажется, сегодня суббота же. Сегодня, мне кажется, там народу много. Посмотрим, ладно. Потому что она самая маленькая, ее там постоянно еще ползает вот так вот, руки растопырит, и на ручки могут ей все наступать. Меня это бесит. Ну, конечно, всех бы, наверное, бесило, если бы ваши ребенка затаптывали. Смотрите, как. Та-та-та-та-та. О, он тут побежал своим путем. Я не трус, но я боюсь. Вот сейчас он так будет бегать кругами. Потом будут люди думать, что он это потеряшка. И ничейный. Мы вот в парке один раз были. Надя там на горке каталась. Ну, не один раз, а несколько даже раз. А он вот тут сам себе бегает. И одна женщина думала, что он вообще потеряшка. И чуть ли его уже не увела. Представляете? Такая она уже его чуть ли не за этот берет. И такая, Чарли, Чарли. Чарли не дается, кому попало. И, в общем, он побежал ко мне. Она так на меня посмотрела. Ну, представляете, уже хотела увести моего Чарли. Вот они тоже идут на горку. Сейчас. О, вот мячиков-то у нас нету. Я взяла машины, взяла там коровку, взяла. Еще у кого-то взяла. А вот мячик не взяла. В общем, смотрите, какую я перестановку сделала. Конечно, бардачок, но это не важно. Иначе я вам никогда не покажу. В общем, началось все с того, что Надя начала все кидать за диван. Ну, и я отодвинула его, чтобы убраться там. И понеслось, в общем. Я этот диван по всей квартире, туда-сюда. И, в общем, вот так вот все у меня получилось. Диван вот так сложила. Это я купила сегодня мешки. Буду вещи складывать, мешки вакуумные. Я здесь лежу. Надя там играет. Вот. И классно. Вообще, думаю, что я раньше так не сделала, когда она совсем маленькая была. Было бы очень удобно. И вот так ведь диван у меня сложился. Помните, да, вот тут она раньше играла. Тут у нас игрушки все разбросаны были. Было не очень-то удобно. Кресло сюда. Здесь мой столик, где я могу макияжиться и все такое. И Надина зона игры перебазировалась вот сюда, потому что дверь всегда открыта. И Надя очень любит играть на балконе. И, в общем, она зона игры, ее балкон и вот тут. И это, в общем, очень-то здорово. Матрас вот тут кладу. И, в общем, мы с ней тут валяемся. Тут играем, да, Надя сейчас кушала. А там мы тусуемся. И мне очень это удобно. Купила вот такие мешки. Сейчас буду складывать вещи зимние, Надины, чтобы все куда-то все это уместить. Тут на днях, кстати, ей купила вот такую. Это она, видите, уже тут нарисовала. Художница. Вот. Такую вот ей игрушку. Это она рисует. Смотрите, видите? Классно. Это вот так все стирается. И потом опять рисуется. В общем, рисует она. А еще прикол. Я с подругой больше не буду ходить ни в какие магазины. Потому что прям мне уже совсем неудобно. Проходили мимо вот этих машин. Она играла на днях на горке. И ей, в общем, машины у мальчика были. Ну, так тоже такие. И вот она прям хотела играть в эту машину. И у него чуть ли не отбирала. И я промолвилась этим перед подругой. Гляжу, несет ей. На, говорит, машины. Купила ей машины вот такие.
Надя уже схватила одну машину. В общем, я смеюсь. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять машин. Я говорю, мы будем каждый день менять в зависимости от ее лука. И будет она в машинке играть. Вообще некоторые, да? Там девчачьи игрушки или там мальчишьи игрушки, машинки. Это для мальчиков, куклы для девочек. Для меня это все такое абсурдное. Потому что если ребенок хочет в машинке играть, почему бы ей не поиграть в машинки? Тем более, вон она их катает, возит. Ей нравится играть в машинки. Я всю жизнь играла в хоккей, с клюшкой бегала, в футбол. Я не понимала, как играть в куклы. Я не понимала, как играть в эти, в пупсики какие-то. Для меня вот машины, вот это для меня были игрушки, да. Но, тем не менее, я не стала ни какой-то там мужиком. Мне нравится краситься, мне нравится одевать платья, юбки. В общем, да, это никак моя женственность не пострадала от того, что мне нравилось играть в мальчишечьи игры. Вот эти мальчишечьи игры, в футбол. Почему я должна играть в пупсики, когда мне нравилось играть в футбол? Или там бегать по полям, строить шалаши, а я должна была играть в куклы? А как в них вообще? Я вообще не понимаю, как играть в куклы. Хотя с сестрой у нас были какие-то бумажные куклы, мы их там что-то наряжали. Но мне кажется, это так неинтересно. Куда интереснее бегать по каким-то там полям, по каким-то там лазить по деревьям. Это так интересно. Вот эти машинки гонять, у них там дверцы открываются, она ездит. Хотя вот у нее тут и кукол до хрена. Да, мама, да, мама. Но она вот в машинке, она сажает туда, представляете, я даже не знаю, откуда она взялась, все это берет, она сажает туда шофера и вот так вот гоняет. Вчера она вообще пошла туалет мыть, взяла салфетку и давай надраивать, я вообще поражаюсь. Мне смешно, так вот сидит в машинке, играет, пускай играет, да, и прямо у мальчика она прямо эту машину, вот я положила эту машинку в сумку там, и вот теперь мы с машинами ходим на горку. Да. И вот я говорю с подругой, больше она в прошлый раз ей купила, что же она купила, то какого-то ей купит этого цыпленка. Сейчас несет машины. А я просто, мне нужно было в Ауди за вот этими пакетами. Я говорю, ну, пойдем прогуляемся. Самое интересное, что мне нужно было купить еду для Чути, для канарейки. Я ее не купила. Зашла в Меркадону, или когда это, я вчера в Меркадоне, а мне там не понравился корм, там какой-то он, там одно просо насыпано, вот, так что сейчас после вот посидим, соберу вещи, ну так, поиграем часов в 5, пойду куплю Чучи еду и прогуляемся заодно. Вот такие вот дела у меня, показала вам свою. Это вообще я сегодня разбирала вещи Надины. Летние, там, знаете, достать такое весеннее, например, всякие там пальто или куртки теплые уже буду убирать. Какие-то там убирать насовсем на продажу на в следующем году, уже осенью. Померила ей с прошлого года тоже одежду. Кстати, многое ей как раз. Поэтому там, хотя размер там типа 9-12, ну вот ей сейчас будет 15 месяцев, и он все ей как раз. Так что надо вот это вот разбирать, потому что, видите, у меня все открыто, но я вот сижу в нижнем белье. Теперь нужно быть аккуратнее в зеркалах и не отражаться мои телеса. Да, Надюша моя, она так хорошо поела, я даже... Биби, да? Где у тебя Биби? Ой, ой, Биби. Да, скажи, такие машинки классные. Вот так. Мальчиковский. Да с какой же, кстати, мальчуковский. Да, вот так Биби поедет.